В четвертом. А, Б, С. Бля, играем уже, ёбаный в рот. Хоть скажите. Ты скажи, что ты хочешь. Суперзащиту поставил, пусть. Первый матч как был? Давид. Не, подожди. И вот этот человек говорит о какой-то конкуренции. Вот просто вот почувствовать. Все понятно. Какую комбинацию разыграли, да? Рандомно. Антон даже бить не стал, хотя бы. Рандомная. Пас, скидка и все. Сейчас бы пиздеть бы. Сейчас бы вообще что-то говорить на ФРВ, блядь, когда не попадаешь в меня. Ладно. Еще раз. Максим, а что, гостевые есть или нет? Правда. А как первый матч сыграли? Да к флангу, ёпта, к этому, блядь. А я ей навесил. А теперь к флангу. Дефекты, блядь. Мышцы сдурили. Какие мышцы, блядь? Такие мышцы обычные. Во. А чё остановился-то? Ты шёл, я прям ждал этот момент. Бля, какой же у Макса дефект, нахуй? Это у тебя там лишняя хромосома, не первый. Похоже, что-то, блядь. Ты её отключил? Макс, тяжело тебе в армии будет. Все, одна тема появилась насчет меня, все. Ну ты скоро уйдешь, уже неинтересно. Мы о тебе забудем, блядь, как о человеке. Помнишь, как обо мне забыли? Так же я тему фланг просадил. Да, Димани вообще, блядь. Если бы он мне в скайп не написал, я бы вообще... Забыл бы, что такой человек существует и, блядь, тем более город такой. Вот город тут не пиздит, блядь, на всю жизнь запомнил. За город обидно был. Блин, ну что было? Все очевидно. Было-то прошло. Так, куда я попёрся? Страхуй, идите. Мне хочет. Тут. Иди нахуй. Деградат. Ты не понимаешь, что смешного? Как ты это делаешь? Как у тебя хромосомы? Как у тебя хромосомы? Диман, пожалуйста, помолчи вот просто. Не надо ничего говорить. Иди нахуй, из-за тебя все. Слазь, блядь. Если за матч Диман пару раз вами нахуй не пошлет, это не Диман вообще. Это и нюх. Ну вот он, гол. Блядь. Ты нюхает, блядь. Бля, вот Максу не надо давать. Ване не надо давать. Там жене в руки. Не, ясен. Бля, да что вы, ёпта. Ну ебать. А так вообще лучше его по кругу пустить. Самое главное, пух провалился и пас в этот момент. А я пух давал вообще. Это не там выказ. Да, и тут хоп и обрез. Провалился, а обосрался, блядь. Это, я это не
Бля, давай в этом в перерыве маханем. Это уже, ну, несерьезно. Сейчас бы пиздеть, ну, давай на ближе. Без морали. Вообще-то попал, бля, неадекват. Ворота, бля. Еще, еще давай! Снимайте! Лев, сука! Сейчас бы это ложно не пошло. С тремя защитниками на тебе. Ну, давайте уже. Оп, оп. Ну, понятно. Головой бил. Только просто решил работать. Не-не. Иди. Только решил, что по мячу вы не попадете, и решил мячом в вас попасть. У нас мяч как горячая картошка. Вижу, вы избавитесь. Нет, надо забить просто. Да, рабочие. Макс, ты аллегориями блещешь сегодня. Мяч как горячая картошка. И чё? Тебя бабки по кругу пускают. С друзьями. Шлюха, сука. На, нахуй. Чё, блядь, ещё, сука, присел, нахуй. С хуйтуры. Вот именно, ты из хуйтуры, блядь, походу. Хуй-хуй-тур. Который ты назвал? Дебил? Кончита, блин. Кворс. Кончита Вёрст, блядь. Вёрст? Скрыльмост. Задёшь, что ли? Тебе видней, брат. Это я ошибся, конечно же. О, да ладно. Ёб твою мать, папа, просто закрыл рты, блядь, Ваня. Там уже маленькая тишина была. Просто смотрите, я Ваню в рот вот так и забиваю. Мимо рта. Блядь, не забиваешь, а ковыряешь, нахуй. Я тебе так рот, блядь. Контакт не отрицает. Ковырнул. Ваня, я знаю то, что Дарин принимал. Кто принимал? А, да? Ты? Боролся. Давай. Вот она, ебать жадный, сука, мадрак. Ой, админ. Ой, админ. Админ жадный, блядь. Админ читер. Забаньте этого ха-ха. Забаньте этого ха-ха. Гоу репорт кинем. Бан админу. Препятствует нормальной игре. Давайте админ напишем, что у нас читер. Бан ВК дадим. Ха-хам тут не место. По качам тут не место. Ну это тоже, да. Ваня, блядь, картошка падает. Что это за падение? Ванинские пируэты лучшие просто, что я видел. Пируэты, это, блядь, великий, блядь, подкат. Бля, я вышел. Серьезно, сейчас, сейчас пойдет игра, на. Вы что, ебанулись? Все, больше игр не будет, да? Вообще, ты вышел. Ты случайно, что ли, вылетел? Дурачок он просто играл. Он свой гол забил и он, все, он очканул дальше играть просто. Видит, что игра не идет, все, раз, съебался. Присян. Ну, давай. Хорош. Давай дальше. Можно. На дальнюю. Ух. Пустые, давай, бей. Алло, рев, блядь. Все, я на него прикрикнул. Ну мы же Ювентус, так что судья за нас. Ювентус. Ну поставь. Покой, с краю не надо убирать. Да, блядь, не надо, пух, говорю. Бля, я выйду. Ты только как Терштеген не ливни. Да нет. Сейчас скайп загорится, ты вышел. Я удалю все нахуй, везде, блядь, из-за всех этих нахуй. Что, ты повесишься? Удалю. Азербайджан, арена? Чё, шутка с масс-мейкингом?
Хорошо. Может, они выйдут уже. Нет, там офсайда. Там нет офсайда, там просто грамотное движение форварда. Это ну вот. Да. Это факт. Форвард офсайда. Тихо, блядь, не пизди. Че, записываешь? От того, как двигается форвард, кстати, реально зависит по пасу очень часто. Шкода, ёпта, 5-4-4. Все, давай, Слава. Ай-яй. Забыл давить. Справился. Штраф подвинули, блядь. Что-то парни совсем поникли. Там такая хуета бежит. Со скоростью 99. Бля, ёбните это у нас. Просто, блядь, с уважением. Алло, сука, рефно. Ваня, я даже показываю, куда поздно. Так, мой фол, блядь, дайте мне. А это что, пас? Блядь, я остался. На, сука, уеба, блядь. Так и хотел, знаешь. Да какой вы ебанулись, давай далее. Алло, рев, блядь. Один. Подача. Подача низ. А я давал на центр вообще не подачу, на центр. Один игрок был. Но не вышло, да, плохо сыграл. Давай, бот, на. Санди его сыграет. Смотри, подкат вот такой будет, блядь. Уноси бот, блядь. Стоишь. Хуярь. Ну рев, ёпта, сломали нахуй. Ну я отдохну, похуй. Аслан, иди вернись, ЦЗ. Подниму тебя чё-то. Не надо мне поднимать. С колен. Дальше есть. Спасибо. О-о-о! Ёб твою! За ногу нахуй. Пипец. Да хуже Димана нельзя пробить. Надо просто по мячу, блядь, махнуть. Им, блядь. На, наш рев, блядь. Рев наш. Сейчас Диман им отдаст. Это точно надо вырезать, наш рев. У нас все вырезать надо. Под Крым исправим. Хорош, Диман, блядь. Ой. А чё, желтые и красные учитываются? Идите нахуй, товарищ судья. Так, красные, да. А, так у нас же админ есть, где? Это Вован. Блядь. Спасибо. Вон, блядь. Смотри, что нашел. Пострел. Да. Ёб твою, блядь. Вова, ну лучше бы сам бежал туда, а я бы тебе... Пожадничал. Я один. Власть губит людей. Конечно, пожадничал. Меня спиздили мяч, блядь. Потом еще момент спиздили. Клей. Получается и гол спиздили. Да ты оп, много нихуя, тебя... нихуя себе! Че это было? Ваня финтанул. Аслан, че я нажал? Теперь я могу спокойно уходить. Аслан, че я нажал? Ведь. В
Фов там ногами бьет дальше. Тебя по сопернику уже. О, я вот пойду кину, ебать. Опа. Центр. Опа, нахуй. Блять, сладенько. Пенетрейшн. Оп. Да, там лично. Это уже все там со звездами начинается. Вот, что творит. Настоящий топ. Там так он киньте. Епты. Я уж понял, я уж понял. Алло, Рех! Сука, не отдам, не отдам больше главы никому. Бля, мой фол наш. Шкаф уронил. Не давай же. Да, это ну, давай. Фифа выгнала тебя. Все нахуй. Ты был избранником Фифы. Ах, сука, не попал. Как обычно, сейчас. Чуть-чуть вы это. Кто перехватит, того и мяч. Открытый матч, что ли, играем? Логично. Прокачиваем профиль. Матч, Маш, ты Макс, сука! Бля, вот пацаны реально вы доиграетесь. Каждый, блядь. Ну, конечно, у меня тоже был момент славы, ты чё, блядь. А в Сиде, Рем? Сейчас был в 4-х километрах. Не у того. Вот, пидорас, блядь. Блядь, вот вы халуи, а нахуй. Ух, быстрее надо принимать решение, ёпта. Блядь, против тебя 21 человек на поле, нахуй. Хорош. Ебать, что я творю, нахуй. Блять, ну что это за хуйня? Нормально. Хорошая не пропадает передача. Че, типа гол, что ли? Да ладно. Доигрались в итоге. Чё, доигрываемся. Че, это через пас еще гол? Как ты мог такое отдать? Че, команду не уважаешь? Ебаш. Все, похуяли, блядь. Ебать на брык. Пидорас. Сам хочет. Хочу. Как на войне за каждый кусочек боремся. Я буду крутить. Грузи нахуй. Ворота. Все, погнали, блядь. На 11. Полис. Давайте. Давай. Сейчас угадайте, куда я это сделаю. У нас в прошлой фифе такая тактика и была, все на 11. Алло, Рев, блядь. О, на дальний слон. Так груживай, нахуй. Скинь, назад. Хорош, дубль, нахуй. Дубль в подкате.